Продолжаем наш выпуск. Правильное утро начинается с зарядки, и ни в коем случае нельзя его встречать иначе, если на календаре Всемирный день здоровья. Это знают и славянские школьники, и студенты. Поэтому 7 апреля, когда отмечалась эта дата, учащиеся Славянска на Кубани, сменив школьную форму на спортивную, приняли участие в массовой зарядке. Вот с такой спортивной разминки, которую провели тренеры фитнес-клуба «Ива Фит», началось утро в лицее номер 1. Около 200 мальчишек и девчонок активно двигались в ритме музыки. Все для того, чтобы получить заряд бодрости и хорошего настроения на целый день. Мне очень нравится, потому что все весело, очень круто. Ну, пускай все люди будут на планете здоровыми, веселыми и счастливыми. В этот день праздник спорта прошел и в Славянском сельскохозяйственном техникуме. Перед началом зарядки творческий номер всем студентам подарили чирлидеры танцевально-спортивного клуба «Темп». После выступления началась массовая спортивная зарядка, в которой приняли участие более 280 студентов. Как отметили организаторы акции, ее основная задача – пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи к массовым видам спорта. Зарядка в Международный день здоровья планируется стать традиционной. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа «События».